А в столицу продолжают прибывать делегации для участия в 17-м саммите ШОС. Сегодня в Астану прилетели президенты Монголии, Узбекистана, Таджикистана и премьер-министры Пакистана и Индии. Наш корреспондент Сабина Тургаева продолжает работать в аэропорту столицы и наблюдать за тем, как прибывают высокие гости. Сабина, еще раз добрый день, вам слово. Итак, снова здравствуйте, Арстан. Мы по-прежнему находимся в аэропорту Астаны. Да, действительно, практически все участники саммита Шанхайской организации сотрудничества уже прибыли в столицу Казахстана. Совсем недавно буквально приземлился самолет с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем. Напомню, что ООН и Шанхайская организация сотрудничества работают вместе с 2004 года. Они сотрудничают по таким направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, а также с наркотрафиком на территории региона стран-участниц ШОС. Помимо этого, хочется отметить, что незадолго до этого в Астане также приземлился самолет с премьер-министром Индии на борту. Нарендру Моди приветствовал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Моди прибыл в Казахстан также для участия в Шанхайской организации сотрудничества в ШОС. У Индии на данный момент статус наблюдателя, но ожидается, что во время 17-го заседания этой организации Пакистан и Индия станут официальными участниками. По мнению экспертов, такое пополнение укрепит статус ШОС, а также увеличит влияние сообщества. Это не первый визит премьер-министра Индии в Казахстан. Во время последнего, в 2015 году, были подписаны меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в сфере железных дорог между КТЖ и Министерством железных дорог Индии, контракт между Казатомпром и Департаментом атомной энергии Индии на поставку концентратов природного урана, а также соглашение между Казахстаном и Индией о передаче осужденных лиц. Для участия в саммите ШОС также прибыл и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Сообщается, что он посетит также и открытие международной специализированной выставки Экспо. На полях саммита запланированы ряд двусторонних встреч Эмомали Рахмона с главами других государств. Прошлый визит Эмомали Рахмона в Астану состоялся в мае 2008 года. Тогда был подписан меморандум о создании Межгосударственного координационного совета и Совета министров иностранных дел двух стран. Отмечу, что международные делегации продолжают прибывать в Астану. В ближайшее время ожидается приземление борта с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Подробности мы расскажем вам первыми, но уже в следующих выпусках новостей. На этом у меня все. Пока что все. Арстан. Спасибо, Сабина. Напомню, из аэропорта Астаны нас информирует наш корреспондент Сабина Торгаева.